добро пожаловать на мой канал и Алисан канал, да, на наш канал. Я сегодня хочу рассказать о книжке по воспитанию. Я прочитала не так много книг по воспитанию. Это, конечно, Комаровский, это Джон Грэйн «Леди с небес», это «Французские тени плюс едой», и вот я добралась до книги Яны Шикарчука, которая называется «Как любить ребенка». Да, Лиска? У меня целых два ребенка, я, конечно, даже знаю, как их любить. Это маленькая книжечка, я прочитала буквально за 3 дня. Она очень тоненькая, она вот... И да, я тут подчеркивала много всего, но она настолько емкая, она настолько наполнена нужными какими-то идеями, что, ну, как бы, я считаю, что... Жалею, вернее, что я не купила ее раньше. Кто такой Яна Шикарчук? Вот сзади есть про нее информация. Это известный польский педагог, писатель, врач и... И громадский дьяч, который был уверен, что чтобы сделать ребенка счастливым, нужно его любить. Но любить тоже нужно уметь. И вот в этой книге он рассказывает, как это делать. Я сейчас расскажу основные тезы, которые я для себя выписала, которые я для себя обозначила, и что я вынесла из этой книги. Да, во-первых, нужно знать, что ребенок это личность. И что он не принадлежит маме, даже когда он его в животе, даже когда она ее рождает. Ребенок – это личность уже с момента зачатия. Если относиться так, то многое становится проще и понятнее. И ребенка не надо требовать у него платы за любовь. Вот я тебя типа люблю, а ты мне то-то. Потому что любовь – это не услуга, которую надо платить. Любовь к зарплате называется иначе. А любовь к ребенку должна быть бескорыстной. И нужно смириться с тем, что да, он эгоист, или не эгоист, они эгоцентрики, они самые главные в своем мире. Задача мамы просто относиться к ним с лаской, терпением, любовью. Вот. Дальше не надо путать, а вот на этом Яна Шикарчук очень заостряет внимание, не надо путать хорошее и удобное. Сейчас многие там пытаются ввести какие-то привычки, которые удобны для мамы. Но это не стало хорошо. То есть надо учиться искать баланс между правильным и удобным. Например, да, удобно съесть сосиски на ужин, но это не есть хорошо. Удобно, вот как сейчас Алиса смотрит фиксиков. Это очень удобно для меня, но это не хорошо. Лучше бы она лего играла, ну, по крайней мере, она лепит пластилин, если занимается творчеством. Это хорошо. Дальше. Что у нас там? А, да, вот дальше про еду. Он много говорит о питании. Потому что не надо заставлять ребенка кушать, надо предлагать. Важно не то, что она ест, а то, что она усваивает. И что она кушает тогда и столько, сколько хочет. Не нужно перекармливать. Нужно, да, предлагать разную пищу. Нужно учить распознавать разные вкусы, нужно пытаться создать баланс. Но ребенку нужно давать выбор. Она даже сама определяет количество, частоту приема пищи. То есть особенно следует учитывать, когда она болеет. Не надо покушать, чтобы были силки вылечиться, это не идет. Лучше попей, а не покушай. И он тут очень еще говорит очень интересную вещь, когда у него была в практике такая фишечка, что пришла к нему мама, говорит, не одна мама, говорит, мой ребенок ест вот определенный набор продуктов, мне надо как-то разнообразить. И он говорит, это надоело вам или вашему ребенку? Может, что вам надоело готовить? Ребенок ест то, что ему сейчас нужно. Я по Алисе тоже вижу, она в одно время ела только овсянку с пармезаном, сейчас она ее не хочет косметически, сейчас она кушает булку. Ну, как-то так. А, кстати, в этой книге еще мне нравится, Шикарчук пишет о развитии ребенка от рождения, от младенческого возраста и до подросткового. То есть... Для тебя и для меня. Да, для тебя и для меня. То есть я, конечно, обращала больше внимания на детство, на этот этап, но я прочитала все, и потом очень интересно там уделяется место, время развитию эмоциональному подростка. Допустим, возраст, первая влюбленность и так далее. У меня ребенок сделал пиццу со стены, как приятно. Дальше, что у нас там есть? А, он пишет еще, что игры ребенка – это работа. Не надо относиться к этому свысока. То, что ребенок сам развился – это отлично. То, что он сам сходил в туалет – это отлично. То, что он сам вот сделал мой... Ребенок ему сделал с пластилином мне пиццу на стене, тесто, там есть помидорки, морковка, сейчас покажу. Для нее это работа, для нее это достижение. И к этому относиться серьезно. Покажи свою пиццу. Дай, на тарелку положи. А, вот. И ребенка самая большая радость для него научиться, что делать своему, преодолеть себя и расширить свои возможности. Поэтому нужно давать ему возможность малышу узнавать новое,
совершенствует свои навыки и как бы, о, все, сама себя отличит. Ну ладно. Вот, и что... Что это не развлечение, не подражание, это труд. И надо его уважать. Ведь не требуем уже ни к своему труду. Это моя была. Да. Твоя пицца, твоя мне пицца. Так надо уважать и труд ребенка. Вот. Ребенок, когда вот еще он уделяет внимание, я просто посмотрела там пройду, потому что мне очень понравилась книга, я вот для себя отменила что-то и даже вынесла много. Когда ребенок спрашивает, мама, а что это на котика? Если ты скажешь, что просто это котик по барабану. Ребенок, когда спрашивает что-то, он имеет в виду, какое это. То бишь, надо сказать, хороший котик, смотри, пушистый, смотри, ласковый. То есть какие-то дать определения. Там, мама, а что это вот на гусеницу? Ты говоришь, польская гусеница, вот он видит, что это не стоит брать ручки. Следует это учитывать, чтобы ну, не говорить просто отмазками, типа, это то-то, а все-таки пытаться объяснить, что ребенок изучает мир, ему это очень много всего узнает. Гораздо больше, чем нам сейчас. Вот, далее. Не надо, Корчак очень много чего уделяет внимание тому, что не надо делать из своего ребенка супергением в младенчестве. О, мы стали на колено, ты гений, да. Не надо делать из него какого-то вундеркинда, что признание нужно новым видом вина и сигарет, но не ребенку. Ребенку нужна гармония. Ребенок это не лотерейный билет, который должен вырасти вот в форме портрета в зале заседания магистрата. У каждого ребенка своя искра, свой талант, свое предназначение и задача родителей помочь ему развиться, а не тянуть его и навязывать ему свои мечты и свои идеи. Мне кажется, это очень важно, потому что у меня было такое, что я хотела, думаю, блин, это вот не то, и то, и то, сейчас думаю, ну, я предлагаю ей разные занятия, и что она хочет, вот тем мы занимаемся. И если не, такая вот парадокс, если не настаивать, ребенок послушается, возьми ножик, поройся, пожалуйста, Лисочка, в коробочке есть ножик, ты можешь сама, любимая. А если пытаться убедить, ну, заставить, то, скорее всего, ребенок будет просто соглашаться не по своей воле, а из, ну, потому что вы заставили. Это не есть хорошо. А дальше последнее расскажу еще про сон. Удобно родителям, когда есть режим, когда ребенок с утра на ложится, это удобно родителям. Но ребенок может спать разное время, и надо бояться. Не надо думать, что всегда он спит 10 часов. Все эти таблицы усредненные, они написаны про какой-то другого. Каждый ребенок индивидуальный. Ребенок должен спать только, чтобы он проснулся выспавшись. Возможно, не бодрым, а таким, ну, конечно, когда просыпается очень сложно. Но она высыпается. И просто надо следить за своим малышом и пытаться составить для него его индивидуальный график и пытаться как-то синхронизировать графики всех членов семьи. Не надо применять на себя друг чужой опыт, потому что все-таки это чужой опыт. Это другое дело. Это. Вот в целом, это все, что он пишет. И в конце он пишет, что на самом деле душа ребенка такая же сложная, такая же зрелая, как и душа взрослого. Его мучают те же проблемы, просто немножко меньше масштаб. Он тоже мучается от неуверенности, он тоже мучается от страха, от боязни нового, от волнений, от того, что он что-то не понимает. Дети поцелуй, иди ко мне. Ага, не пойдет, конечно. Я только все не могу целовать. И не надо относиться к детским переживаниям сосока, потому что ребенок просто замкнется и перестанет об этом рассказывать. Все-таки мама должна быть, ну и папа. Для ребенка другом. И, ну, на самом деле, наверное, нет ничего важнее доверия ребенка. Всегда следует находить как бы 5-10 минут, чтобы поговорить, чтобы выслушать, а не отделываться какими-то дежурными фразами, отмазками. Иди поиграй. Не мешай иди в свою комнату. У них тоже детская жизнь очень насыщена, у них происходит много всего. И я очень хочу быть частью жизни своих детей, поэтому я выслушиваю Алисаны всем, ну, у меня пока еще меньше эмоций, все Алисаны вопросы, сложности, все ее обиды, пытаюсь выслушать, понять, объяснить, и тешить, иногда пожалеть, иногда посмеяться, чтобы она знала, что мама ее друг. Я твой друг, Алиса? Нет. Нет. Ты чудесная девочка. Друг. Вот. Вот такая книжечка. И мне кажется, что она стоит того, чтобы прочитать. Она про детей, она о детях, она для родителей. И тут есть ответы на многие вопросы. Ну, и она весьма.
она занимательная, она легко написана, легко читается. И я не жалею, что я купила ее, не жалею ни минуты времени, потраченного на прочтение. Вообще, ну, кстати. Вот. Спасибо за внимание. Всего добра. А ну, Алиса, покажу. Алиса, пластилиновая Алиса. Я вот наш пластилин. Что, Алиска? Привет. А скажи, my name is? My name is Алиса. Вот, наша первая фраза на английском. Айе. Алиби, бай-бай. Бай-бай.